3-5 квадратных километров в год. С такой скоростью борщевик увеличивает свои площади на территории края. На сегодняшний день остановить его распространение пока не получается. Хотя опыт успешной борьбы есть, и могут похвастаться и европейские страны, наши соседи из Татарстана, но на Вятке пока перевес в борьбе явно на стороне ядовитого растения. Как с ним бороться и правильно вести себя пострадавшим, особенно садоводам и детям, расскажет Иван Швецов. В последние годы на территории Кировской области произошло колоссальное по размерам распространение борщевика. В середине прошлого века в Советском Союзе его использовали как кормовое силосное растение. Однако оказалось, что этот вид легко дичает и внедряется в местную флору. По латыни борщевик называется гераклиум в честь известного персонажа древнегреческой мифологии Геракла, что очень подходит к исполинским размерам этого растения. В период цветения высота стебля борщевика достигает 3-4 метров. Ситуация с этим растением в Кировской области складывается критическая. Он захватывает все новые территории. А характер у растения чрезвычайно опасный. Уже через несколько минут после контакта с ним на коже может появиться ожог, залечить который чрезвычайно трудно. С меня начала шкура, кожа сходить вся полностью, сошла не один раз. Лечили как бы этими гормонами. Начался тромбоз, перитонит, вырезали, в общем, кишечник вырезали. Это все, уши стали плохо слышать, ноги, суставы заболели, хромаю, сейчас хожу. Вот на инвалидности уже с 2007 года. Особенно часто от борщевика страдают дети, которым родители вовремя не объяснили опасность этого растения. Последствия могут быть самыми печальными. Но вообще к нему не приближаться лучше всего, к этому борщевику никому. Никому не советую. Это может... Ну, видел я и обожженных, и видел, кто уже умер даже от борщевика, от отека гортани, вот пацан умер при мне. Тоже они трубочки сделали, плевались, двоих спасли, третьего спасли. При контакте с борщевиком, будь то прикосновение к его листьям или, не дай бог, соку растения, врачи советуют предпринять следующие меры. Обязательно нужно промывать поверхность кожи, которая соприкоснулась с листьями борщевика, водой с мылом. Далее наложить стерильную повязку, либо укрыть руку одеждой. И затем обязательно посетить врача-дерматолога. В последнее время борщевик, который в основном растет по обочинам дорог, все чаще атакует садоводческие товарищества. Благодатным местом распространения становятся заброшенные дачные участки. С началом дачного сезона и особенно сезона покоса травы нужно предпринять дополнительные меры безопасности. При кошении травы на огородах и полях необходимо одевать специальную одежду, которая будет плотно закрывать все открытые поверхности участки тела, то есть перчатки, резиновые сапоги, комбинезоны и маску, ну или какой-то защитный шлем, например. Врачи говорят, что волдыри от контакта с любой частью этого растения появляются не сразу. Единственный способ хоть как-то уменьшить ожог – это закрыть место, куда попал сок борщевика от солнечных лучей. Именно они дают начало химической реакции, последствия которой могут быть ужасные. Сок при взаимодействии с ультрафиолетом превращается в яд. В странах Европы давно поняли, что справиться с борщевиком можно только при наличии государственных программ и целевом финансировании. В Германии, Чехии, Латвии и Эстонии принимаются все возможные меры по борьбе с этим растением. Специалисты считают, что если в Кировской области не принять адекватных мер, в ближайшие годы может сложиться критическая ситуация, которая будет иметь серьезные экологические и экономические последствия. Иван Швецов, Игорь Охотников, Владимир Подлевских. Вести, Кировская область.